Добрый день, доброе утро. Приглашаю вас сесть, всех сесть на коврик, скрестить ноги. Полулота. Сесть с прямой спиной, убрать лишнюю кожу. Плотно сесть на коврик. И у нас как-то самих сразу хочется выпрямить спину, правда? Можно поднять плечи вверх, отвести их назад и опустить вниз. Можно еще раз так сделать, поерзать немножко на коврике, найти себя с прямой спиной, комфортное положение занять. Можно руки оставить здесь, где они у вас есть, можно на колени. Мы с вами просто сядем, найдем удобную позу и сядем в нее, чтобы подышать, настроиться на нашу практику, окунемся внутрь нас, внутрь нашего дыхания, просто будем наблюдать за дыханием. Подбородок можно чуть-чуть опустить, а глаза прикрыть. И начинаем. Вы начинаете просто естественно дышать, просто больше не думайте ни о чем, а замечайте дыхание. Не всегда получается ни о чем не думать, вы замечаете, что начинаете о чем-то думать и возвращаетесь к дыханию. И в таких случаях можете добавить счет. Вы делаете вдох на три. Раз, два, три. И выдох на четыре. Раз, два, три, четыре. И продолжайте мысленно считать. Сделаем еще один круг дыхания, еще один полный вдох и выдох. Можно открыть глаза. Мы с вами поднимаем руки вверх на вдохе. И опускаем на выдохе. Сильная спина, сильные руки. И продолжаем вдох. И выдох. И снова. Еще раз.
И еще раз. Мы остаемся вверху, правая рука, левое колено, а вторая рука уходит за спину, продолжает позвоночник, рядом со спиной ее можно поставить. У нас небольшая скрутка, смотрим вперед, делаем вдох. И ведем голову назад по подбородкам, по груди, на выдохе. Смотрим назад, делаем вдох. Возвращаем голову на выдохе. И еще раз вдох в своем темпе. Смотрим вперед и еще несколько мгновений дышим. Плечи у вас вниз стремятся от ушей. Раскручиваем нашу скрутку. Снова поднимаем руки вверх на вдохе. Левая рука, правое колено. И правая рука уходит за спину. Мы смотрим вперед. Делаем глубокий вдох. На выдохе подбородком ведем по груди назад. Смотрим назад, делаем вдох. Подбородком ведем вперед. Еще раз вдох. И еще раз вдох. И дышим, смотрим вперед. И раскручиваем нашу скрутку. Правая рука, правое колено. Руку рядом на коврик. Чуть-чуть тянем. Плечо правое к левому колену. Стремимся направить. Не опускаем, а чуть-чуть, очень бережно к задней, к поверхности спины, к нижней поверхности спины. И меняем сторону. Левая рука, левое колено. Левое плечо, правое колено. Еще раз. Замечательно. Теперь мы с вами ложимся на коврик. Соединяем ноги вместе, руки вместе. Руки за голову, носочки натягиваем. И чувствуем, как растягивается наше тело. Замечательно. Делаем вдох. Левое колено приведем к груди. Плотно прижмем к груди, сделаем выдох. Второе колено, вторая нога натянута. Опускаем колено, руки за голову, вдох. И плотно прижимаем правое к груди, выдыхаем. Руки за голову, вдох. Левое к груди, выдох. Плечи от ушей. Руки за голову, вдох. Правая груди, выдох. Руки за голову, вдох.
и левая идет к левой подмышке. Выдох. Полушпагате. Чувствуем растяжение в ногах, в паху. Руки за голову. Вдох. Правое колено к правой подмышке. Выдох. Вдох. Левая к левой подмышке. Выдох. Вдох. И правая к правой подмышке. Выдох. Правое колено к груди, левое следует за ним. Обнимаем себя, плотно прижимаем колени, качаемся из стороны в сторону. Можно с головой. Голова следует за движением ног. Ставим стопы на коврик. Отпускаем левую ногу. Левой рукой берем правое колено, которое у нас прижато к груди, и уводим его влево. У нас с вами бедра чуть отходят вправо. Смотрим головой туда, куда смотрит колено. Или для большей скрутки уводим голову в противоположную сторону. Свободная рука открыта в букву Т. Дышим в эту скрутку. У меня правый бок, правая ягодица. Продолжаем дышать. Возвращаемся в центр. Выравниваем себя, опускаем ногу. Поднимаем другую ногу к колену. Правой рукой ее уводим вправо. Бедра у нас чуть двигаются влево. И смотрим по ощущениям, хочется ли голову отвести в противоположную сторону или хочется смотреть туда, куда смотрит колено. Дышим туда, где чувствуете растяжение, без болевых ощущений. Если чувствуете, что достаточно, просто ложимся и оба колена к груди. Продолжаем дышать. На вдохе возвращаемся в центр, выравниваемся. Стопы на коврик, руки вдоль тела. Делаем вдох, поднимаем бедра. На выдохе опускаем, но не до конца. Остаемся на весу на сантиметр от коврика. Продолжаем вдох вверх. И выдыхаем вниз. Продолжаем в своем темпе. Обратите внимание, колени, они на одном расстоянии, не ездят туда-сюда, а закреплены в одном положении.
И еще раз. Остаемся наверху. Кисти рук вводим за спину, закрываем пальцы в замок. Пододвигаем лопатки одна к другой. Остаемся здесь или встаем на носочки. Дыхание у нас плывет, естественно. Раскрываем замок из пальцев, переводим руки за голову и начинаем плавно опускать спину, начиная с шейного отдела, так чтобы копчик был последней точкой. Позвонок за позвонком. Аккуратно, с любовью к спине. Отлично. Теперь у нас одно колено идет к груди, потом другое. Крепко себя обнимаем, прижимаем колени. Теперь мы качаемся с вами вперед-назад. По всей поверхности спины. Из этого положения попробуем раскачаться так, чтобы сесть на коврике. Делаем вдох, прогибаем спину, смотрим вперед. На выдохе округляем, смотрим на живот. Продолжаем. Мы с вами стоим так, что у вас кисти рук под плечами, а колени под бедрами. И еще один раз. Округляем спину, соединяем колени и стопы и опускаемся медленно на пятки. Здесь мы с вами расслабляемся в позе ребенка. Руки ставим на локти и массируем запястья, на которых мы сейчас работали. Помассируем, разомнем. Пристаем. Снова оказываемся на четвереньках. Активизируем наши пальчики ног и выталкиваем себя в треугольник. Поочередно опускаем пятки. Не обязательно, чтобы они опускались на коврик. Опускаем туда, куда комфортно. Прокатываем себя по всей поверхности пальцев ног. Вперед-назад. Как будто бы хотим встать в планку. Опускаем пятки, куда комфортно их опустить сегодня. Делаем несколько дыханий. Подходим ногами к рукам. Округляем спину. У нас с вами сначала локти на колени встают. Мы с вами с круглой спиной вырастаем, потом переходим руки для опоры на ноги, на бедра. Продолжаем вырастать так, чтобы у нас голова поднялась самой последней точкой. Замечательно. Подходим к началу коврика. Приветствие солнцу. Сурья намаскар, сделаем ее на обе ноги по одному разу.
Мы делаем с вами вдох, поднимаем руки вверх, опускаемся на выдохе к ногам, полупрогиб, смотрим вперед, вдох, снова опускаемся, выдох, правая нога, большой шаг назад, такой лаунж, вдох. Теперь у нас левая нога уходит на колено и грудью опускаемся на коврик. Выдох. Уходим в кобру. Вдох. И выталкиваем себя, собаку мордой вниз, колен. Выдох. Правая нога возвращается вперед. Помогаем ей рукой, если нужно. Вдох. И вторая следует. Выдох ногам. Вырастаем с руками вверх, вдох. И опускаем ладони вместе на груди, выдох. Делаем то же самое на другую сторону. Поднимаем руки вверх, смотрим вверх, вдох. Даже можно маленький прогиб. Опускаемся к ногам, выдох. Полупрогиб в спине, вдох. Снова к ногам, выдох. Большой шаг левой ногой назад. Смотрим вперед, вдох. Уходим на колени и грудью на коврик, выдох. Кобру проталкиваем себя, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Левая нога вперед возвращается, вдох. И правая следует за ней, выдох. Вырастаем, руки вверх, вдох. И соединяем на груди руки, выдох. Садимся с вами на коврик. Поднимаем ноги параллельно коврику, руки вдоль тела. Дыхание, естественно, плывет. Мы с вами на локти опускаемся, опускаем спину и поднимаем ноги вверх. Руки можно положить вдоль тела. Вращаем стопами по кругу. Ноги могут быть полусогнуты или выпрямлены. Обращаем в другую сторону. На себя, от себя. Пальцы ног. Делаем это с дыханием. Опускаем ноги к груди и по одной. Опускаем вниз на коврик. Мы с вами оказываемся в шавасане. Найдем комфортное положение. Ляжем удобно. Закроем глаза. Делаем глубокий вдох и выдох. Может быть, замечаете какие-то ощущения в теле, которых не было до этого. Может быть, просто вам дышится легче, или просто ощущение легкости. Мы продолжаем дышать.
Те, кто хочет продолжить оставаться в шавасане, пожалуйста, продолжайте, медитируйте. Я начинаю вращать стопами, вращать кистями рук. Приношу поочередно колени груди, ложусь в позу эмбриона. И помогаю руками себе сесть там, где мы с вами начинали, в полулотосе. Опускаем плечи, запоминаем себя с такой красивой прямой спиной, подтянутым животом и продолжаем наш день. Всем спасибо за участие. Намасте. Всем пока-пока.